Ой, тем более мне нужно разыграться на ЕБР, ЕБР все-таки, ё-моё, проснулся из-за ЕБР, стрим на ЕБР, ну это, конечно, забавно. Я, конечно, если я буду в тонусе, могу, конечно, прикольные всякие там вещи вытворять на нем. Надеюсь, сегодня некоторые забавные ситуации у нас произойдут, но... Но уже одна произошла. Так, ЕБР, все, вспоминаю, как играть на ЕБР, да? Опачки. Там челик. На, хавай. Ксор заехал, вот это очень плохо. Мы за домиком. Он нас не видит, он нас не видит, он нас не видит. Иди сюда. Но, акула. Эй, кула. Давай, работаем, работаем, стерва, тарань его полностью. Нет, нет, нет. Фу, ладно, да. Он же не уедет, да, я надеюсь. Ты же не уедешь, пипец. 777, зачем-то. Света, кстати. О, видите картинку, да, я надеюсь. О, все, есть, идеально. Спасибо, Света, большое за 3 пятёрки. Будем иметь удовольствие смотреть твой стрим. Так точно. Хорошее окончание понедельника. Обещала Антону картинку новую показать. О, это какая? Валера Буры, спасибо за 50 большое. Это какая? Не понял, это какая новая картинка? Я сейчас обновил. Я сейчас обновил на 5.5.5. Так что да. А, ты про предыдущую, которую... А я ее поменял. А я ее поменял. Блин, Антон, извини. И Света, извините. А ты без бороды? А я вернул обратно. Я немножко... Шеваку. Я немножко вернул обратно. Так, ладно. Вот, тихо. Хорошо. Хорошо, гипнотику. Света, прости. Я потом чуть позже обратно... На пару секунд верну и покажу ее. Сердечко топ? Ну, сердечко старое очень, очень старое. Ну-ка. Скам получается. Нет, я не хотел. Ну-ка, давай. Опа. Офигеть. Это ты где стоишь, друг? Друг стоит, знаете где? Вот друг стоит вон там. Да уж. Старая стримерская сетечка, да. Да сам стример уже старый. Ну-ка, давай. Ой. Хорошо. Ну, слушайте, 2400 урона уже имеется. Света, спасибо. Чуть не развелись сейчас. Сейчас я сделаю, я сейчас сделаю. Сейчас все будет. Все нормально. Сейчас все исправим. Просто подождите. Я буквально на пару секунд ее верну, потом обратно поставлю сердечко. Блин, ну ё-моё. Да ё-моё. Ё-моё, X2. Охренеть. СТРВ, предложил бы тебе немножко... Развернуться. Самая малость. А почему? Едем сюда. И все. Меня же здесь не пробьют? Нет, не пробьют. Бабаха меня не увидит. Бабаха меня вряд ли должна видеть. Гриля напрягают. 3500 урона у нас уже есть. Хорошо. Валера Буры. Писал текст. Понял. Не пришло почему. Не знаю почему. Рад тебя видеть. Взаимно. Спасибо большое за соточку. Не, вообще пипец. Вы, конечно, стартанули стрим неплохо так. Ну, как и я, собственно. Тоже гениально стартанул стрим. Ой, хорошо. А игру-то хоть хорошо слышно? Ух. Вот это, конечно, четко. Я могу погромче игру сделать, если нужно. Опа, ля какой. Кошку. Да, если что, пока я челлендж не выполняю. Хотя бой, слушайте, неплохой. Найс. Как же у него летит? Нейросеть. Тут нечего говорить. Руки оторвать. Что это сейчас было? Дурной? Что ты сделал? В баке. Найс. Манульем? Ну, можно. Если хотите, можно. Начинаю без проблем. Да, почему это не челлендж бой, а? Ну, 6000 урона, серьезно.
Пожалуйста, брат. Хорош, молодец. Пожалуйста. Ну, первый бой хороший, согласитесь. Так, а что там опять Бусик написал? Ну-ка. Если не вспомнишь, что хотим, то и делаем, пусть. Ага. Господи. Бусик, ладно. Ты... Мне кажется, у тебя сегодня это зарплату тебе не выдали, судя по всему. И поэтому тебя так сильно пригорело на всех людей, кто тебя окружает. Ух. Так, смотрите, что я хотел для Светы и Антона. Внимательно, внимание, внимание, как говорится. На одну секунду. Смотрите. Так, ну бой, кстати, хороший. Бой хороший, первую степень я получил. А, нет, вторую степень я получил. 6 тысяч урона я настрелял. По идее, сейчас будет хороший бой. Ну, должен быть, я прям постараюсь. Давайте я вырублю чатик. Так, начало уже хорошее, первая точка есть. Все, упал. И все, я с тебя живым не слезу. Ладно, живого. Неправильно сказал. Старополис, спасибо. Спасибо за ответ. Успокоил мои нервы. Не, нормально, нормально. Это норм результат. Да, это будет хороший бой. Это будет отличный бой. Так, ладно, пофиг на вас. Мне сейчас вот эти парни интересуют. А вы там стоите пока в своей яме. Вдвоем. Как же его рвут? Попаду? Викль, энеми, кто комба? Сергей Ку. Баки. А. Случайно. Е50, смотри, смотри, что делает Е50. Смотри. Да ну, какой же ты неугомонный. Че, ты будешь просто ехать за мной? Какой-то неадекватный челямбус. Ну, ладно. Помер и помер, чё. Сейчас, Полина, не так уж и много осталось карт. Ай. Да, я 50 обиделся. Фига. Надо было в 2 начинать, да. Надо было начинать в 2. Я полностью согласен.
по мне дай. Ну ладно. Дайте 2000, я хотя бы перебью рекорд. Это уже будет плюс. Рекорд я перебил? Ну, 4 пятёрочки. Что это было? На 23 перебил. Выпьем же за это. Я сказал, что можно настрелять на этой карте. Если бы еще Е50 не упоролся, мне дал свой танк. Не... Нет, не забрал у меня много таймингов хороших. Он меня развлекает лев. А, понял. Короче, у вас взаимное развлечение. Взаимовыгодное. Короче, взаимовыгодное времяпрепровождение путем. Улучшение настроения путем развлечения. Господи, что я сказал сейчас? Неважно. А я вот не знаю, как я засну, на самом деле. Да-да, Вазе, не удивляйся. Так, мужик. Мужик! Мужик! Мужики. Давайте без этого, мужики. Ай. Ой, хорошо. Ну что это? Ну что это, ВЗ? Ладно. И все, они все упали в канавку. Да пипец, как ты мне тычку-то дал? Эй, ясно, все. Как его развратило, а?
Ну это правильно. Нет, не отступлю. Да блин. Да заеть. Какие-то что-то так... Не слушайте. Куда ты выстрелил? Ой. Так это рекорд. Это рекорд. Я что-то только... Офигеть, это же рекорд. Ну... Что? На него надо прыгнуть. Ладно. Итак, пойдем. Что? В смысле? Посмотри, последний КВН, там такие веселые шутки, сразу, сразу заснешь. Сюда рекорд. 5773. Нормально. Да. Обновил рекорд просто под конец.